Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня поговорим о новом проекте. Проект довольно-таки интересный, называется Astronaut. Что из себя представляет данная платформа? Держатели токенов Naut, это токен этого проекта, могут делать ставки в частных пулах, чтобы попасть в белый список и также новые проекты. Все у нас работает на Binance Smart Chain, да, потому что здесь низкие комиссии, и сейчас это очень выгодно пользоваться данной сетью. У проекта есть публичная команда, прошедший аудит. Также они будут проводить сжигание. Довольно-таки интересный проект вам на размышление. В общем, друзья, не забываем о рисках. Я делаю обзор. Это не инвестиционный совет, а вы уже решение принимаете самостоятельно. Здесь будет проводиться IDO на новый проект в Binance Smart Chain, привлекать капитал через данную платформу, она будет в дальнейшем обновляться по дорожной карте, будет улучшаться. Также нужно иметь токен Naut у себя на хранении, чтобы участвовать и попадать в белый список на продажи, да, и покупать их по дешевым ценам, и потом уже продавать при листингах на других площадках. Будут доступны частные размещения и публичные краудсейлы. В дальнейшем платформа будет развиваться, также у них будет апдейт ихнего сайта, чтобы это все можно было производить. А также будут различные партнерства, которые будут улучшать данный проект. А пока что сайт выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас кнопочка купить, также кнопочка подать заявку на IDO, а также телеграм-группа. Для тех кто друзей, кто хочет заниматься в этом проекте, зарабатывать с помощью него, обязательно советую подписаться, чтобы не пропускать следующие новости, которые будут в дальнейшем. Также можем посмотреть дорожную карту, также здесь расписано. Ну это получается у нас такая белая бумага с дорожной картой. Здесь расписано, что мы будем работать на Binance Smart Chain, краудсейл здесь будет проводиться, также будет в дальнейшем разработана платформа, чтобы это все хорошо было сделано, удобно. Также здесь дорожная карта. Ну, дорожная карта у нас расписана до 4 квартала 2021 года. Также у них есть публичная команда, вот 4 космонавта, которые представлены здесь, лица вот вы видите в скафандр. Один человек у нас с именем, да, Шанзет Кхан. Также у них есть Twitter, здесь уже довольно-таки большой комьюнити, здесь можно также им написать в Twitter, связаться. Больше 17 тысяч у них уже получается, так сказать, космонавтов, да, комьюнити хорошее. В начале своего развития они также собирали деньги на развитие этого проекта, собрали около 40 тысяч, то есть уже поддержка у этого проекта была и продолжает расти и нарастать. Также, друзья, здесь можно подписаться, чтобы не пропускать следующие новости, потому что постятся новости довольно таки часто. Вот они уже залистены на AppSwap, здесь можно уже купить данных токенов. Биржа AppSwap в принципе неплохая, нормальная, здесь довольно таки неплохая ликвидность. Также вот уже люди поставили лайки, порепостили, видимо, что у комьюнити хорошая поддержка, и на всех постах много лайков и репостов. Это очень хорошо, что постоянно за проектом следит ихний пользователь, отслеживает информацию и также участвует в всех действиях. В общем, кому интересно, ссылка будет на Twitter в описании, переходим, а там уже подписываемся или же не подписываемся, это уже на ваше усмотрение. Заходим на CoinMarketCap, прописываем Astronaut токен Naut. Видим, у нас рыночная капитализация при полной эмиссии будет составлять 35 миллионов. Пока что рыночная капитализация здесь не отображается, объем у нас 63 тысячи и рост был 70%. Друзья, максимальное предложение у нас будет 10 миллионов. Ну, при этом еще они будут сжигаться и постоянное количество будет данных токенов уменьшаться. И судя по графику, мы видим, что у нас листинг стартовал с 50 центов и сейчас у нас нормальный такой рост происходит до 3 долларов 60 центов, что хорошо растет. Поэтому, друзья, можете также задуматься, чтобы купить данный токен, холдить, а потом уже продавать по более выгодной цене. Данный токен мы можем купить на PancakeSwap, в BNB. Также можем посмотреть все рынки, и рынки должно быть у нас 2, но здесь почему-то 1. Не залистили еще информацию, объем у нас 100% почему-то, потому что еще можно купить и на AssSwap. Здесь токен уже добавлен, можно просто прописать имя токена, тикет, да, и он уже выбьется здесь, не нужно будет добавлять адрес контракта. На 1BB мы сможем купить 120 токенов NAL. Видим холдеров, здесь реально круто, большое количество, 3858 холдеров, трансфера 27 тысяч, отличные результаты. Также можете скачать себе адрес контракта, социальные сети, вот сайт. Также видим транзакции довольно таки много, но это понятно, потому что мы работаем в сети Binance Smart Chain, а это низкие комиссии. Друзья, давайте еще посмотрим сайт. Здесь мы можем купить Astronaut токен Naut на AppSwap, также можем подать заявку на IDO. Для того чтобы это сделать,
делать. Здесь много времени вам не потребуется. Здесь нужно просто вписать адрес электронной почты, также имя, веб-сайт, тикет, символ, да, также смарт-контракта, веб-сайт, ну и остальные даты для того, чтобы это сделать. Потом нажимаете кнопочку «Отправить» и все. И потом уже на рассмотрение, и скорее всего это будет позитивным результатом. И примут вашу заявку. Платформа у нас децентрализованных гибридных токенов доходности, построена на смарт-чейн Binance. Открытый рынок, безопасность, масштабируемость. Астронавт – это открытый рынок без необходимости создания пулов ликвидности или ставок. Здесь у нас будет происходить все на этой платформе автоматически. Здесь по шагам все расписано, как это будет в дальнейшем платформа это выглядеть. Это здесь будут маркетмейкеры, приобретают токены NAUT в обмен на своп, обмен токенов Binance Smart Chain на NAUT. Также комиссия за проскальзывание будет выставляться в районе 4%, токены будут сжигаться еще. И внизу у нас социальные сети, друзья, кому интересно, переходим, ознакомливаемся. Друзья, также ссылочка на PancakeSwap вот здесь будет, ссылка на биржу Binance для того, чтобы можно было прикупить себе BNB и в дальнейшем использовать на этой платформе. Также еще есть Telegram и Twitter. Давайте посмотрим еще Telegram, сколько там у нас подписчиков. Видим, подписчиков уже много, больше 4000, особенно много в Твиттере. Комьюнити хорошее, много пользователей, постоянно постятся, делаются репосты. Вот такой проект на размышление. В дальнейшем я вижу здесь большую перспективу, но это уже на мое усмотрение. А вы решение принимаете самостоятельно. На этом буду заканчивать, ссылка будет в описании. А я хочу вам, конечно же, пожелать хорошего профита. Не забываем подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. Пишите комментарии, лайки, дизлайки. На этом у меня все. Всем хорошего дня или вечера. Пока-пока.